Саид Белдуров – отец большого семейства. У него и супруги Татьяны 6 детей. Все, кроме самого младшего, ходят в одну гимназию. Поэтому, чтобы дети без лишних хлопот добирались до места учебы, родители снимают квартиру недалеко от учебного заведения. Но мечтают приобрести собственное жилье в том же районе. Самое главное, что мне нужно жилье не то что для себя, а для детей. Чтобы им было удобно ходить в то заведение, где они учатся, чтобы им было удобно для них. А вот семья Телеляевых, у которых тоже 6 детей, хочет жить поближе к реке. Старшая дочь Валерия увлекается парусным спортом. Да и вообще в частном доме, рассказывают родители Александра и Евгения, гораздо уютнее жить, особенно после квартиры. Помогут исполнить их мечты сертификаты на приобретение или строительство жилья, которые в преддверии Дня любви, семьи и верности семьям вручила глава Самары Елена Лапушкина. Такую социальную выплату в Самаре выплачивают многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей с 2019 года. За это время уже 6 семей улучшили свои жилищные условия. Я рада, что в этом году мы эту традицию продолжаем. Я понимаю, все мои коллеги понимают, что, конечно, семья – это основа государства. От того, что нас ждет дома, зависит спокойствие и на работе, и везде, и везде. И, конечно, вам слова благодарности, слова признательности за ваши крепкие, замечательные семьи. После вручения сертификатов глава Самары пообщалась с семьями. Гости рассказали о своих планах, о том, чем занимаются дети и куда они хотят поступать. А также, конечно, поблагодарили за такой прекрасный подарок. Есть вещи, вот, которые делаешь с удовольствием и действительно от души. Потому что я понимаю, что это очень нужно, и это в дело пойдет. Поэтому я сама счастлива. Спасибо вам огромное. Мы оценим вашу помощь, которая очень такую значит. Завершилась торжественная встреча фотографии на память. Затем глава города пожелала родителям удачи и благополучия. Ведь им предстоит выбрать жилье, где их большим семьям будет уютно, удобно и комфортно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.